Следующий герой сюжета живет в садоводстве Прибрежным. На окне дома нашли аистовский флайер, а это значит, что в этом доме живет наш телезритель. Сейчас познакомимся с ним поближе. Нас встречает глава семьи Тер Ба, родом из Китая. Гостеприимный хозяин дома, он сразу спешит на кухню готовить одно из своих фирменных блюд – пекинскую капусту с мясом и древесными грибами. Это традиционная еда жителей северо-восточных провинций Китая. В блюде много белков, минеральных веществ и витаминов, а готовится оно всего 10 минут. Тер Ба – искусный кулинар и уважает разнообразие. Если каждый день один блюдо поешь, тогда они надоели. Надо всегда подумать, как новое меню поменять и их кормить. Так и надо. Пока муж готовит, жена Елена Ба ухаживает за любимым зеленым уголком. Здесь 180 растений из разных стран мира. В домашнем саду есть пассифлора, плюмерия, нимфодус и другие редкие экземпляры из Океании, Австралии, Африки и Южной Америки. Человек один, ему скучно. Когда людей много, весело. Так же и цветам. Когда цветок растет один, ему скучно. Когда их много, им всем весело. Они создают свою особую атмосферу зеленого сада. Елена и Тер вместе 20 лет. Поженились после 2 недель знакомства. Совместно ведут туристический бизнес. Воспитывают 3 детей. Старший Эйюмин сейчас на занятиях. 15-летняя Юля в гостях. Дома только младшая, 13-летняя Света. В свободное время девочка репетирует мелодию из мультфильма на гавайской народной гитаре – укулеле. Укулеле сама по себе очень маленькая, удобная и практичная. И на ней легко играть, потому что на ней всего 4 струны. Звучит она чуть тише гитары, но играет также хорошо и умело. На музыкальных инструментах играют почти все домочадцы. Глава семьи на губной гармошке предпочитает свое родное. Елена Ба музицирует на пианино. В ее репертуаре более 200 современных и классических композиций. Музыка освобождает тебя от дневных нагрузок, освобождает от дневных переживаний, и ты можешь полностью погрузиться в мир собственных чувств и ощущений. Но чувства чувствами, а на аисте Елена особо выделяет программу, где дают полезные советы садоводам. 180 растений в саду – это не шутка. Аист – это самый лучший наш местный телеканал, и на нем масса интересных передач. Конечно, основные – это те, которые ближе подходят к моему хобби, ну, например, дачный сезон. После теплого приема и импровизированного концерта с удовольствием дарим подарки. До новых встреч!